штат Калифорния, у него ВВП выше, чем у всей России. Ну, потому что не ту страну назвали Гондурасом, наверное. И как сказать, почему? Откуда вы знаете? А вы не видите по уровню жизни людей? Вы не видите, вы не обращаете внимания на то, как живут люди? Вы воруете? Я даже не знаю, что это такое. А про кого вы говорите? Ну, про кого? Про... Есть ли выход? 1917 год. Только так. У нас нет времени на раскачку, как я уже говорил. Времени на раскачку у нас нет. 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 Здравствуйте, дорогие друзья. Минимальная зарплата населения – это один из главных показателей уровня жизни в стране. Тем не менее, несмотря на природные богатства и широту границ, Россию в этом плане уверенно обогнали Вьетнам, Камбоджа и даже Гондурас. Давайте послушаем, что о таком прорыве думают обычные прохожие на улицах города. Это «Глас народа». В Гондурасе минимальная оплата труда выше, чем в России. Как вы думаете, почему? Ну, потому что не ту страну назвали Гондурасом, наверное. И как сказать, почему? Затрудняюсь, наверное, ответить. Наверное, что-то нехорошее с нашей страной происходит. Не те люди у власти. Так, такой вот это правильный ответ? Что можно сказать? Так сверхдержава же. Нефть, газ, все есть. Откуда мы сверхдержава? Когда мы стали сверхдержавой? Официально в России 17,5 миллионов человек живет ниже черты бедности. А вот по неофициальным данным, их 65 миллионов. Какая цифра вам ближе? Ну, я думаю, что 65. Неужели так много? Да. Ой, еще, наверное, и больше. Потому что сейчас, смотри, каждый второй, третий в черте бедности живут люди. Та цифра, которая больше, она правильная. Откуда вы знаете? А вы не видите по уровню жизни людей? Вы не видите, вы не обращаете внимания на то, как живут люди? Так у нас же каждый год прорывы и рывки. Прорывы и рывки у тех, кто хорошо живет. А те, кто живет не очень, у них все хуже и хуже. Это видно везде. Так а в чем причина? Что не так-то? Войны же нет. Главное, что войны нет. Это очень хорошо, что войны нет. Проблема в том, что... Наше государство, наша власть не хочет видеть нужды простых людей. Они все время почему-то думают только о себе. Ну, ближе к неофициальной, конечно. Вы считаете, у нас столько людей живет ниже черты бедности? Да. Потому что я, как говорится, вращаюсь в этих кругах. Я знаю, как люди живут. А как вы думаете, а что происходит? Почему? Почему? Как говорят все, порядок в стране нужен. Как все? Преимущество Путина у нас есть. Ну и что Путин у нас есть? Путина там здорово слушают. Ну, как его не слушать? Он же президент. Он президент, понятно. Но так он указ дал, и все. И думает, что все здесь делается так, как он дал указ. А на самом деле ничего. Извините, я не могу. То есть он слабоумный, что ли? Он не... Нет, он очень умный, очень порядочный. Я просто так понял. Просто то, что его не слушают. Его. А, то есть он безвольный человек, бесхребетный, я правильно понял? Нет, он хребетный. Но есть выше, которые... Но не выше, но... Не знаю я, как объяснить. Ну, как можно не слушать президента? Я не пойму. Все, молодой человек, я пошла. Я чувствую, я с вами не далека от вас. Да, ребята, скажите, пожалуйста, как вы думаете, почему ВВП Южной Кореи, которую не видно на карте, обогнала ВВП России? Непонятно. А вы как думаете? Абсолютно так же. Может быть, они больше работают. А вы мало работаете? Много. А Гондурас нас обогнал по минимальной оплате труда. Что делать? Догонять. Украина тоже обогнала. Что делать? Догоним, перегоним. Когда догоним, как вы думаете? Понятно. Вы гордитесь тем, что мы по минимальной оплате труда обгоняем Папуа и Новую Гвинею?
О, я об этом не знала. Ну, если так, то, наверное, горжусь. Но это не точно. А вот Гондурас нас обогнал. Что делать? Ой, не знаю, как дальше жить. Надо подумать. А вообще, на какую страну нам надо равняться, на ваш взгляд? Не знаю, я в политике ничего не понимаю, поэтому не могу вам сказать абсолютно. А как вы думаете, политика вами занимается? А, ну, чем-то, наверное, они там занимаются, не просто так сидят. Ну, честно говоря, я на севере вырос.